Ребятки, всем приветики! С вами Руслан, и вы на канале Рулик 69. Сегодня, ребятки, вот мы будем с вами устанавливать карту Суровая Россия Сибирь версии R15. И для Евротрак Симулятор 1.40. Устанавливать мы будем, ребятки, на пиратку. Steam я пока выключил, скачал себе пираточку и пока летаю на пиратке. Так, смотрите, что тут у нас. Для запуска карты необходимо отключить все DLC. О, у меня иногда из DLC запускалось, проверяйте. Ребят, не будем мы ничего отключать, будем запускать со всеми DLC, что есть вот на последней версии пиратки. С этой, с DLC Иберия. Так, смотрите, ребятки, тут еще вот такая тема. Карта предназначена для определенного типа людей. Ну, такое дело. Скажу, да, честно, карта такая тяжковатая, не для слабых нервов, но тут стоит подумать, стоит ли вам качать и терять свое время. Ну, а с другой стороны, мне кажется, что стоит просто вот так, ради любопытства, скачать и покатать эту карту. На слабых компах, я думаю, она, ну, в принципе, должна пойти, но не особо. Вес ее, ребятки, 4 с лишним гиг. Так что подумайте, у кого слабые компы, я думаю, что смысла никакого нету заморачиваться с ней. Так, что тут у нас дальше идет? В архиве 7 файликов. Вот, вот в таком порядочке, ребята, они все подключаются. Да, карта автономная, для нее нужно создавать новый профиль. Ну, обо всем этом по порядку. И еще вот пишет, внимание, сразу предупреждаю, чтобы потом вопросов не было. Лично у меня во многих местах происходят вылеты. Автор знает, но ему все равно, как всегда. Так что не пугайтесь, если вылет где-нибудь, просто перелетите место. Ребят, да, вылеты присутствуют, присутствуют какие-то непонятные стены. Все, тупо едешь, уперся, все. Ну вот такая карта, ребятки, вот так. Ну а что делать? Так что нажал себе, перелетел, да и поехал дальше. Тут особо таких вопросов нету. Так, ребятки, качаем карту, кто отважился на это дело. Качаем ее, перекидываем все это дело по пути. Документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод. И вперед уже в игрушку, и там я вам уже покажу, как да что. Поехали. Вот, мои дорогие, версия игры 1.43.3S, пиратка. Так, что вам нужно будет? Вы заходите в управление профилем и создаете новый профиль. Ребят, нажимаете «Создать новый профиль» и вперед. Тут все, как положено, заполняете, но потом не забудьте, переходите вот в моды и подключаете вот это все дело. Идете по порядочку, как было там. 5, ну вот, давайте. 5, 4, 3, так, где у нас тут? 2, 1 и вот этот оригинал Сибирь 1.40. Сверху, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, и вот почта, забыл я эту почту. Вот почта, ее в самый низ. Это, если вы хотите, вот, возить грузы Почты России. Вот, ребятки, вот так это все дело должно у вас выглядеть. Так, ну, еще вот, у меня вот этот есть модик, я ссылочку оставлю. Что он вам дает? Вот его подключите в самый верх. Он дает вам с самого начала игры, дает много денежек и опыта. Вот. Там посмотрите. Денежки он раздаст. Ну и столько даст, что вам там достаточно будет после первой ходочки. Это все дело он вам даст. А опыт, смотрите, можете еще опыта потом на второй ходке подогнать.
потом отключите его, но это уже такое дело. Вот, ребятки, применяйте это все дело. Применяете и переходите назад к себе. Здесь выбираете модуль не Европа, а модуль Сибирь. Убираете вот эту галочку, нажимаете создать и все, и вперед в игрушку. Там пойдет у вас процесс настройки и все остальное, там покупка первого гаража. Там уже вы определитесь. Я думаю, с этим все понятно. Поехали дальше. Вот, ребятки, если вы все сделали правильно, вот вы зашли в карту, вот так это все дело у вас выглядит. Карта в масштабе 1 к 1. Расстояние там в 13-20 километров придется ехать очень долго. Но такое дело, ребятки. Вот так это все дело выглядит. Вот. Еще раз повторюсь, я не отключал никакие DLC, ничего. Все стоит на месте. Вот у меня груз из Хабаровска. СХВ Пожарский. О! И вот, ребятки, что сказать. Ну вот как-то, что на тех версиях вот эта проблема была с прицепами. Он, видите, что? Какие-то колеса непонятные на прицепе. Прицеп, бум. Это у меня первая доставка. Первая доставка. Да, вот, смотрите. Вот у меня уровень 0. И денежек у меня тут, ну, по стандарту, я перевел это все на рубли, тут денег пока по стандарту. Вот я сейчас чуть-чуть допиляю, мне там осталось, сколько мне там осталось, 6 километров, но это прилично. На данной карте это все прилично, 6 километров. Вот я сейчас эти 6 километров допилю, ну, можно, давайте с вами немножко протянем. Хорошего пути. Так. Просто. Немножечко. Немножечко протянем это дело. Посмотрим, что да как. Так. Кто там есть? Нету? А, есть. Да, на стандартных грузовичках не особо. Не особо гуд здесь ездить. Надо, чтобы какое-то шасси было повыше. Да и на прицепах. Надо, чтобы оно все это дело было повыше. Ну, какие-то внедорожники надо под эту карту брать. Да и катать более-менее. Потому что здесь такие есть условия. На стандартном грузовичке очень тяжко ездить. Да плюс вот эти колдобины он тут понаделывал. Это вообще жесть. Чуть-чуть на скорости влетел, все, сразу бьет урон. Ну, в принципе, можно модик поставить. О, видите, что делается? Вот, 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 вот. Вот это все дело. Влетаешь, бабах, есть урон, 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 урон. Ну, ну вот... Для этого она и сделана, так сказать, для реализма. Вот такое, мои дорогие. Ехать, я думаю, мы долго не будем, чтобы это все дело не затягивать. 5 километров дофига. Я уже подключусь, когда доеду эти 5 километров. И просто, чтобы вам показать, сколько дает опыта и всего остального. Но... Карта прикольная, ребят. Покатайтесь. Для разнообразия после Европы, после этих гонок, где спокойненько можно по трассе выжимать там сотка 20, сотка 30 и ехать спокойно, то тут вы такого себе вы не позволите. Не, ну есть, конечно, участки, где можно тоже чуть придавить, но в основном вот такая вся фигня. 50-60 километров.
Так, хорошо. Я уже доеду, да подключусь. Да и посмотрим, что там как. Вот, ребятки, я допер. Ха-ха-ха. Грузик. Сейчас мы это дело все отцепляем. И пойдем посмотрим, что нам даст. Так, смотрим, что он тут нам накидает. О-о-о-о-о-о-о. Офигеть. О, ребят, у нас уже 342 уровень. Офигительно. Так, и вот у нас тут первый гараж высвечивает и все остальное. Так, продолжить, 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 продолжить. Удачи, спасибо. Так, ребятки, смотрим. Денег почему-то дало с первой ходки не очень, но уровней накидало, ай-яй-яй. Вот. Ну, значит, на второй ходке денёк подкинет. Да, и не забывайте вот это дело все проклацывать. Вот так себе проклацали все. Опа. О. О, и мы теперь красавцы. Так, ребятки, вот такие у нас пироги с установкой данной карты. Так что, ребятки, вы поняли, да, что не нужно никакие DLC, ничего убирать. Вот так, как оно есть, все это дело устанавливаем. И катайтесь и наслаждайтесь игрушкой, мои дорогие. Было интересно, было полезно. Ставим лайкосик. Не забываем подписываться на канал Рулик 69. И до новых обзорчиков. Всем пока-пока.